Астрономы пообещали сегодня яркий звездопад. Предстоящей ночью можно будет увидеть максимум падающих звезд – до 20 метеоров в час. Поток связан с кометой Галлея. И хотя последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, ее оторвавшиеся частицы достигают земной атмосферы дважды в год. Наблюдать звездопад рекомендуется с полуночи до утра в юго-восточной части неба при ясной погоде.